В этом году в Западно-Казахстанской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. В авариях один человек погиб, двое получили различные травмы. Полицейские сообщили, что за 9 месяцев зафиксировано свыше 1000 фактов, по которым водители общественного транспорта привлекли к административной ответственности. Чаще всего маршрутные автобусы превышают допустимый скоростной режим и выезжают на полосу встречного движения. За 10 число было выявлено свыше 160 административных правонарушений, где водители автобусов допустили нарушения. Были выявлены такие нарушения, как превышение скорости, управление автобусом, при котором водители пользовались сотовым телефоном, 2 факта переоборудования. Сами водители говорят, что работают в условиях жесткого цейтнота. График есть график, и любое отставание от него влечет штрафные санкции. Поэтому гонки автобусов на уральских дорогах уже стали привычными. Сейчас делаем кузовные. У нас резина новая, кузовные делаем. Красим, машину в порядок приводим. Ну, сейчас будете смотреть, машина будет подъезжать. Что пассажиры на что жалуются, что исправляете обычно? Ну, как же, торопятся, побыстрее ехать надо. У нас график, как всегда, по графику. Люди недовольны, вот сейчас пик идет, кричат, недовольны. ОПМ автобус завершится 17 октября. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.